Ну и к другим темам. Любви решетки не помеха. Никита Белых решил жениться в СИЗО. Сыграть свадьбу губернатор Кировской области планировал сегодня, но событие пришлось отложить. Разрешение на бракосочетание еще не дал следователь. Избранница Белых – настоящая тургеневская барышня. 30 лет. Екатерина Рейферт, поэтесса, закончила невеста ни много ни мало МГУ, а шумным тусовкам предпочитает тишину и хорошие книги. С Белых девушка познакомилась через интернет. Политик увидел фото красавицы в Facebook и написал ей. Завязался роман, причем в лучших традициях классиков. Не было ни кино, ни ресторанов. Вместо этого влюбленные читали стихи, беседовали о религии и искусстве. А тот, что железной волей в железном теле клялся тебе дожить до сердечных зим, выбрал свою дорогу. Давай же, Элли, двигай бедром, и мы точно тебе дадим пару прекрасных, прекрасных кровавых туфель. Свадьбу Никита Белых и Екатерина Рейферт планировали до задержания чиновника. Теперь же процедура бракосочетания усложнилась. Басманный суд Москвы арестовал Белых по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Губернатора задержали с поличным в одном из столичных ресторанов.